Строительная отрасль – локомотив экономики, отметил Александр Кузьмичев, осматривая производственные цеха комбината строительных конструкций. Здесь ежегодно производят треть товаров регионального рынка железобетона и смесей – 50 тысяч кубических метров. Мы сейчас идем по Чебоксарской линии технологии строительства, это каркасное домостроение. Пример, по улице Велической дома строятся в городе, потом по улице Лежневской, что, как говорится, сокращает сроки строительства. И, как говорится, и ввод в эксплуатацию данного жилья. В сентябре на завод поступит новая итальянская заливочная машина, которая существенно облегчит процесс производства бетонных плит. Она сменит морально устаревшую испанскую технику. Вместе с машиной из Италии приедут мастера, которые в течение недели обучат ивановских рабочих управляться с чудом инженерной мысли. В этом цехе производятся плиты безопалубочного формования по испанской технологии «Техноспан». Отличается от предыдущих методов, что формируется любая плита любых размеров. Режется под углом, прямо. Итальянская технология более прогрессивна. Содержание в готовой плите цемента будет меньше, да и себестоимость существенно упадет. Зато производительность труда должна возрасти. Для города такое предприятие – предмет гордости. Тут работает 200 человек. Зарплата сотрудников выше средней по региону – от 20 до 50 тысяч рублей. Производство расширяется, наращивает мощности. Город, в свою очередь, старается помочь предприятию, чем может. В наших планах уже есть проектно-сметная документация на строительство участка окружной автодороги. Стоимость, конечно, достаточно большая. При поддержке правительства Ивановской области, при поддержке депутатов Ивановской областной думы, я надеюсь, что в следующем году мы начнем строительство этого участка автодороги. И первым этапом как раз предусматривается строительство автодороги до железнодорожного переезда. Это позволит подъезжать нормально к самому предприятию. Компания КСК успешно осваивает рынки Владимира, Ярославля, Костромы. Конкурентов не боятся. Говорят, что в строительстве нет оппонентов. Есть только партнеры и соратники. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.